Всем привет! Смотрю свое видео вот за 5 последних лет. Как быстро выросли внуки. Выше меня. Это же как быстро время летит. И как жаль, что нет видео. С моим папочкой нет видео. Папочке уже нет 25 лет. Вот. Посмотришь, есть что вспомнить. Вот какие малышки были, внуки. И мы были помоложе. Но сейчас с каждым днем. Вот это интересное видео тоже. Это музей Воронцова в Алупке. Запомнился. Музей восковых фигур. Такой ливень начался. А крыша была у музея разобрана почему-то. Ну, такое отношение ко всему. И вся эта лавина воды сюда, в музей. Петя помогал сотрудникам таскать ведра с водой. Ну, как всегда, отличились. Вот. Такая была история. Это Крым, Алупка. Что не хочет открываться. Ну да. Это Воронцовский дворец. Алупки жили рядышком с Воронцовским дворцом. Гостиница «Акварель». Привет, если кто смотрит с гостиницы. Шикарно отдохнули. Да вообще, какая красота, есть что вспомнить. О, а здесь вообще внуки совсем маленькие были. Что-то загружается совсем. Ну, Женя с Василисой. Совсем еще малышки. Сейчас Женя выше меня, Василиса тоже выше меня. Прошло всего 5 лет. Вот. Такие дела. В Одноклассниках у меня страница зарегистрирована. Ой, как бы не соврать, наверное, лет 15 уже. А в Ютубе я зарегистрирована, по-моему, с 18 года. Да, 6-й год. Вот. Это сегодняшнее. Не понравилось, сказали мне здесь пойло. Я прямо обиделась. Что-то за пойло. Что-то такое. Это коров поили, называли пойло. Навел коровий пойло. Ой, Господи. У всех свои причуды. Сейчас редко включаю компьютер. В Одноклассники редко совсем захожу. Чем-то не знаю. А здесь что у нас? Это баклажанчики. Это река наша Тавда. Вот такая красавица Тавда. Это мы едем на Троицу, в деревню. 800 километров от нашего дома. И вот по речке мы едем 60 километров. Это сестра моя. Это мой зять и Петя сидят там. Ой, как красиво. Видите, вода не шелохнется. Вот такая красавица река Тавда. Но нынче она очень обмелела. Тавда впадает в Тобол,
Тобол в иртыш, иртыш в обь, обь в обскую губу. Это вам для общего сведения. Кто не знает, не все же знают, что за река Тавда. Вот. Такая красота. Ну что ж, ладно, хватит воспоминаний. Петя уже улегся спать. Нужно уже спать, выключать мне компьютер. Всем спокойной ночи. И пока-пока.